Всем привет, с вами интернет-магазин kado.ru. Покупайте лучше, про остальное забудьте. Скоро у нас наступают праздники, 23 февраля, Москву всю занесло, и снег будет идти, 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 и температура будет еще держаться 2 недели, точно будет очень холодно. Что подарить мужчине на 23 февраля? Замечательный подарок, если есть у мужчин машина, а у нас практически у всех мужчин есть какая-то машина, подарите вот такую вот лопату. Фирма Офнер. Чем хороши эти лопаты? Они очень прочные, да, вот эта лопата, например, она металлическая, небольшая металлическая лопата, она справится вообще с любым таким плотным, да, тяжелым снегом. Мало того, что эта лопата даже справится со льдом, то есть можно долбить лед, и эта лопата ничего не будет, она просто неубиваемая. Ручка из ясеня, вот такая вот маленькая лопатка, которая будет лежать в машине, и всегда можно ее достать и откопаться от снега. Вторая лопата вот такая эксклюзивная, она сделана из, ковш сделан из 2-миллиметрового алюминиевого листа. Ручка здесь также сделана из ясеня, и вот такая вот ручка D-образная из пластика. Эта лопата чуть подороже. Ну, тоже замечательная лопата, что ее иметь, она легкая, чтобы иметь в машине, убирать снег, откапывать машину, когда ее занесло, лучше не придумаешь. И вот такой небольшой девайс, он называется секач. Да, секач называется, с наборной рукояткой, это Леонард Мюллер, наборная кожаная рукоятка, то есть это уже ближе к лету. Такой секач пригодится для работы в саду, для рубки сучьев всяких разных. То есть вот такие секачи, они были вернее похожи на мачете на сахарной плантации. Так что хотите сделать подарок своим мужчинам, заходите. Да, еще секретный подарок. Это такой топорик можно подарить любому мужчине. Он будет лежать в машине. Его даже в бардачок можно положить. Это топор фирмы Леонард Мюллер, маленький топорик с таким кожаным чехлом, очень качественным. Да, кто хочет узнать, как изготовлен этот топор, подписывайтесь на наш YouTube канал, и я расскажу технологию изготовления топоров Леонард Мюллер. Так что приходите к нам на канал, подписывайтесь и покупайте в нашем интернет-магазине kado.ru.